Указом губернатора утвержден лимит добычи охотничьих ресурсов на территории Ивановской области. С 25 июля началась охота на болотную и полевую дичь. С 16 августа можно будет добывать водоплавающую дичь, медведей, барсуков и лосей. Лимит на ближайший год таков – 50 барсуков, 6 бурых медведей, 4 выдры и 3 пятнистых оленя. Гораздо больше квоты на кабанов. Сняты все ограничения в вопросе добычи этого животного. Специалисты отмечают, что африканская чума свиней фактически встала на границе Ивановской и Ярославской областей. То есть кабаны в ивановских лесах здоровы, а вот из соседних регионов могут быть опасны для нашей популяции. Федеральные органы сформировали перед нами задачу сократить численность кабана до 1000 голов на всю Ивановскую область, то есть достичь плотности 0,5 головы на 1000 гектар. Это вполне достижимая задача. На сегодняшний день мы с этим вопросом работаем и думаю, что к концу года, сезона охоты, мы этой численности достигнем.